здесь, как вы уже догадались, это влог Казахстан. Да, я двигаюсь медленно, и что? Я не знаю. Короче, пока я ехала в такси, у нас перенесли рейсы, и сейчас мы улетаем не в 10-20, как было запланировано, а в 12 с копейками. Сейчас пойду искать всех девчонок, очень сильно хочу есть. Интересно, как им идея простого завтрака? Или мы все-таки сразу полетим в Мак? Здесь какой-то концерт. Девочки сидят в Муму возле концерта. Это они уже устроили фан-встречу или что происходит, я не понимаю. Что, никто блог? Не знает. Блог? Да, это будет влог, всем поэтому можете привет. Заранее... Всем привет! Да, не так, давай. Всем привет! Короче, ситуация следующая. Ночью выяснилось, а не полтора месяца назад, что у Лерки Вакарчук и еще одной... Мадмуазель. Пацанки. Она в туалете писала. Имеется... Это важная информация, блядь, держи в курсе, малюк, что? Короче, у них имеются долги небольшие такие, ну, 100 плюс там вообще, фигня. Легко. Распетляем, короче, мы решили, что мы распетляем. Кристина платит. Да, как бы, если что, придется заплатить. Но будем ли мы платить и вообще спросят ли за них, об этом мы узнаем, естественно, попозже. А сейчас надо собрать всех в одну кучу. В стойке регистрации мне хотелось бы встретить очень классного комика казахского. Но я встретила Кристину Сахарову. Я не Нурлан Сабуров или как вы там? Привет! Да. Я сплю, но я пытаюсь проснуться. Как успехи? Хуёво. Ну ладно, материться можно. Можно? Да. Но не тебе. Удалось найти Рони и Лизу. Да. Я видела, кажется, Лизу, она спала лицом в стол. Ну, всякое бывает, короче. Я тебе только что спросила, зачем платить. Это будет очень интересный и веселый влог. Полный вообще сюрпризов и непонятных фраз. Наслаждайтесь. Посмотрите, какой пиво. Да, всем. Леша делает. Леша делает. Ну ладно, все. Как дела у тебя? Отлично, сплю, классно, хорошо. Ты самая первая приехала в аэропорт? Самая ответственная. А нам рейс перенесли. Я покушала хорошо и в туалет сходила. Это самое главное, ты знаешь? Да. Сейчас я тоже покушаю, и вообще все будет кайф. И еще раз давайте из серединочки. Всем привет! Блядь, эти вставки, умоляю, вставляйте везде. Чем завтракает Кристинка Захарова? Это тортилья с омлетом, томатами и шпинатом, сырники и большой капучино. И у меня пюре, блин, круассан с ветчиной. Очень сбалансировано. Я на диете. Ты на диете? Да. Пищу просто есть. Ну, а я не на диете, но пюре очень захотелось. Я вчера вечером ела пюре с селедкой. Селедочка еще осталась, отголоски. Все помню, да, как мне было в Петрозаводске классно после селедки. Но я все равно ее люблю и буду любить. Я мы селедка. Я с Таиланда привезла капли, потому что у меня кончились капли в какой-то момент. И у меня от них аллергия. Текут сопли, я чихаю. Вот сейчас судорожно надо было зайти в аптеку и купить капли. Иначе этот полет может не состояться. Сегодня, оказывается, концерт не просто так, а у этого концерта есть случай, и этот случай 100 лет Аэрофлоту. От тебя лично, Аэрофлот, если кто-то видит от души. Амина, ну малышочки, да, да? Да, да, да. Все, закончилось. Thank you.
комментариях. Пшеница? Что? Пшеница? Что ты сказал? Я сказала, пишите в комментариях. А, блин, пшеница мне пока что слышалась, блядь. Грустная история. Я пыталась записать видео там, но меня чуть не оштрафовали. Короче, у Леры стоит запрет на выезд из страны. Она плакала, передала какие-то подарки деткам, которые она везла. В общем, очень грустно, если честно. Пиздец. Рома, повезло тебе, капец, конечно. А? Повезло тебе, капец, конечно. Мне повезло, реально. Да, я вообще в шоке просто. Ну, чувака из-за 3000 рублей, в смысле, еще 2 дня назад остановили. 3000 рублей. Он оплатил при них на госуслугах. Сейчас купил билет, стоит, ждет. И они говорят, оплата еще не прошла, и он куда-то ну, нахуй. Но его пропустили, потому что начальству позвонили, типа. И сейчас, типа, тоже нельзя было, да, сразу? Не, там непонятно даже что. Там просто запрет. Короче, вот такая история, друзья. Да, пошел. Давай, пока не получится. Угу. Секундочку. 2 hours later. Уй! Очень красиво. Почему без шапки, только непонятно. А? Угу. Да, Амин, да. Я понял. Короче, мы решили узнать, какой авиакомпанией мы летим. Я зашла онлайн на табло Шереметьево и прочитала, что это авиакомпания «Скат» казахстанская. Я написала «Скат», чтобы посмотреть, какие самолеты там туда, пожалуйста. Hello, darkness, my friend. Очень веселая история, я считаю. Веселее только Лерка просто запретом, а не выездил. Одно сплошное веселье. А еще и меня чуть не штрафанули там. Хорошо, что я успела удалить из удаленных. Она была этим, как его, шпионом. Я была шпионом. Худшей авиакомпании не может быть. По их вине произошел сбой в системе, на что купили повторный билет, понимаешь? Они делают возврат. Просят написать про мое обращение в лице Денисова Владимира Ивановича, который за 3 месяца не может пройти честь ничего. Ужасное отношение. Так, самая ужасная авиакомпания. Постоянная задержка рейсов, никому не советую. Это что, вторая победа? У Победы есть еще компания дочерняя, и она выходит в Казахстане. Трэш, конечно. Амин, завязывай, не мини. Я хочу долететь. Не успели долететь. А вы из Казахстана? Да. А вы к нам на фан-встречу идете? Мы вообще-то летим на фан-встречу. Какой город у вас? Талбукурган. Это сериал, да? Пацанки, сериал? Реалити-шоу на пятницу. А, ничего себе. Посмотрим. Они были popular. Чтобы их было видно, это надо, чтобы другая камера снимала. Это сейчас чей огород? В твой. А вот там, смотрите, еще вот есть блондинка вот такая вот. Еще да, одна. Она всех знает. Дочка. Девчонки. Это... Продаем билеты уже сидя в аэропорту просто. Онлайн. Без смс. Все, до встречи тогда. Довольная. Все. Если что, мы запечатлели на камеру все ваши слова, поэтому все. Мы вас будем ждать. Все. Обратной дороги нет. Мы жестко настаиваем просто на том, чтобы люди, которые говорят, что любят нас, ходили на нашу фан-встречу. Да. Сломала ногу. Простите. Че? Пацанки, 7 казарь.
Это дочка написала? Да, мама, возьми билеты. Хорош. Говорю, она ярая фанатка. Так, смотрите, вот билеты по ссылочке. Вот сюда вот припал. И вот сюда вот пишу. Хочу билетик в Алматы вот взять. Ну все, и вам сейчас ответить. Инфо-цыгане. Инфо-цыгане в деле. Если вы не хотите сами идти на нашу сан-встречу, откладывайте на завтра. Я буду ловить вас прямо перед посадкой в самолет. Ой, да? Да. Блин, сейчас я вспомню. Сейчас. Забыли девчонок, все. А говорили на слуху, буду долго на слуху. Забыла. Кристинка Захарова. В платье розовом была такая на финале. Третье место, второе место, нулевое место. А первое кто? Кира. Но ее с нами нет. А-а-а. Все. Салбол, баскетбол, гавбол. Приподнял, приподнял. Лопатку положил, хрустнул. Туда-сюда сделал. Все, и мы в Казахстане. Ой. Россия найдет их на встречу. Он сказал, придет. На месте там. Тем временем мы все еще сидим и не можем улететь. Амина продолжает читать отзывы, и чем дальше, тем страшнее, если честно. Ну, хоть чем-то полезным занялись тут. Вот, продаж билетов. Сейчас вот по рядам пойду. Я проснулась. Ты счастлив? Да, я очень счастлива. Меня пропустили, прикиньте. Кушать хочется очень сильно. Ну, кому что? Что за хинкали? Хинкали. Лиза любитель хинкали. Лиза и хинкали. Ты вообще сегодня какая-то молчаливая, Лизка. Да потому что я спать хочу. А кому это интересно? Я спать хочу, ничего не знаю. Я не могу. Я думала, этот влог будет скучным. Этот влог не будет скучным. Благодаря мне он не будет скучным. Не, я считаю, это неправда. Что неправда? Это неприемлемо. Благодаря тому, этот влог не будет скучным. Не понятно ничего? Подойдите, похоже, пожалуйста. У нас с Аминой эррор, мы не понимаем друг друга. Я не понимаю, что за брешь, что между нами. Брешь. Что за ересь? Ересь. Что такое ересь? Это бред. Чушь. Чушь. Ерунда. Нет. Там могут быть сколько синонимов накидали умницы. Белины объелась. Грамотность. Не только финансовая. Да. Жизнь распорядилась так. Судьба тоже вместе с ней нас рассадили по разным местам. Крис сидит рядом со мной. Я потому что всегда рядом. Ромка вот там. И там же где-то близко. У меня его так сверху. Ну тут даже я прихуел. Это все, что мы знаем, если что. Выяснилось, что Крис всего лишь третий раз в жизни летит на самолете. И первый раз за границей сейчас. Да? Поздравляю, бро. Все? Саньке, спасибо. Все это ради вас. Ради вас. Дети кричат. Могу припиздеть, что у меня страх высоты. И я его борю ради вас.
дамы и господа, наш самолет готовится к взлету. Пожалуйста, давайте не будем лучше. Мне страшно, но я такой довольный вообще. Я очень люблю летать. Тот, кто придумал самолет, тот просто гений. Мы еще летим, но мы уже успели оккультуриться, так сказать. Вот Крис изучает культуру Казахстана. Первая лечится, вот есть тут такая ведьма. Ночная ведьма. Подготовка полным ходом. Казахская сойка переспешивается. Или казахстанская. А, уже сложила. У меня тут вот такая история. Тоже очень интересно все это. Прикольно, прикольно, красивенько. Ничего не скажешь. Вот я тут ушла на заднее сиденье. Кофе, пожалуйста. Без молока. Вот, оказывается, еще и горло у нас все это время. Вот такая вот курочка с рисом. Ничего себе. Тут по России летаешь, где воды глоток дадут за 5 часов. А тут... Я такое только в Аэрофлоте видела. Это просто по Хабаровску сделала. Спасибо большое. Не договорила. У меня были тут, у меня были колбасы трех видов. Пиздец, как вкусно. Короче, здесь у нас овощи. Здесь горчица, салфетка. Дальше у нас есть какой-то десертик с вишенкой и джемом. Есть сыры разные, там сыр с орехами и еще какой-то. Здесь были три вида колбасок, хлеб черный, белый, вот кофе мне налили. И на выбор было три блюда, там была рыба с чем-то, лапша с говядиной и рис с курицей. Я взяла рис с курицей. Это очень вкусно пахнет, как минимум. Я официально заявляю, что я первый раз лечу в экономе, где вот так вот кормят. Ну, кроме всяких Абу-Даби и Дубай. Там, конечно, пиздец фарш. Ну, вот так. Вот и прошло 4 часа полета. Потрясающе поели, потрясающе поспали. Это лучший полет. Казахстан я уже тебя люблю. Да, Руслан. Я спал, смотрел на горы, там были горы. Еще боялся чуть-чуть и спал. Да, можно я здесь сел? А я здесь с вами. Я тут пытаюсь застегнуться. Все, я сейчас обоссусь. Поспала чуть-чуть, дергалась вот так, знаешь, когда засыпаешь, проваливаешься, тебя дергает.
Мика, близи, ты удержишь меня. Мика. Долго мы радовались, потому что я уже иду в авиакомпанию «Сказ» качать права. Мне просто разломили весь чемодан. Бедолага, он без колеса. Короче, он вообще просто еле выжил. Я не знаю, такое ощущение, будто бы он на своих колесах, его на веревку к крылу привязали, он на своих колесах просто вместе с самолетом по трапу бежал, катился. Да, мне составили акт. И сейчас сказали идти вот тут в гостинице, и там авиакомпания «Скат». И прям в нее обратиться. Делаем там. Деньги. Че, девчонки, как вообще перелет? У вас все нормально? У меня еще по кайфу. Я еще к Wi-Fi вот так училась. Да. Ничего себе, ты модная. А что, я вот познакомилась. По знакомству? Я там тоже на том... На мартеру пароль от Wi-Fi, да? Мы чисто водку купили этому сотруднику, а он нам пароль от Wi-Fi. А раздай мне Wi-Fi пароль. А как? Я же к Wi-Fi подключу. А что, раздается? Ну просто спроси у него пароль. А я не знаю пароль. Там надо номер писать казахстанский, и на него придет код, и через него ты подключаешься автоматически. Пароль орел. Чемодан мой. Что-то я не вижу. Хлеб да соль, помоги, конечно. Блядь. Что случилось? Мы вас приедем, пришли. А, да? Ничего себе, спасибо большое. Блин, спасибо большое. Вот это да, ничего себе. В Москве так ни разу не встречали. Знаете, московские могли бы и поднять свои пятые точки. Ой, даже не встретили. У меня удивительная память, я вас издалека увидела. Я там дисциплина одушилась и спалила. А можно автограф? А можно у вас автограф? Иронецкий. Проня, добрая душа, фу, вообще, кошмар. Все, короче. Как я уже говорила, мне сломали чемодан, но мы решили вопрос. Я взяла адрес электронной почты этой потрясающей авиакомпании. Они должны меня запомнить. Я им прям пришлю свою фотографию, чтобы, потому что я им там комплиментов накидала. Зазря, конечно. Вот такая история. Мы в невероятном отеле, я вам хочу сказать. Вот я вам покажу тут пока вот. Вот так вот. Вот так я в жизни не видела вот так вот, чтобы было. Это вот можно вызвать там. Это вообще, бля, полный фан. Посмотрите. Румтурович. Машинка стиральная имеется. Полотенцев. Пиздец, это Лена Летучая бы сейчас просто бы охуела. Их тут даже не 6. Что тут? Ля. Ля. Так, моя любимая. Ну ладно, пойдет. Хорошо. Здесь у нас вообще, блядь, на месяц. Это я. Это Дина пытается загаситься. Короче, тут у нас шкаф. Что в шкафу? В шкафу вешалки, сейф. Неплохо, хорошо. Здесь нихуя интересного. Тапочек 4. Здесь у нас отдельная уборная, еще одна. Очень хорошо. Здесь у нас кухонная зона. Это точно гостиница? Я первый раз такие вижу гостиницы. Чтобы вы понимали, это реально прям гостиница. Типа мы подъехали, я думала, ну номер, ну как в гостинице, а это хата. Это хата в смысле. Вот так вот тут стулья, хилип-дизер.
Тут на диване я буду спать, уже застелили даже. Вот здесь вот у нас постельки. Весы! Здесь есть весы. Ля. Не работают. Однозначно говорю, не работают весы. Плохо, минус. И посмотрите. А, не открыть окно. Короче, не открыть окно. Вообще, а, да? Кайф. Чувствую себя VIP персоной, VIP. Вот ты жила хоть раз в таком отеле? Ну, вообще, вот в таких условиях жила? Представим, что это не съемная хата на Авито. Нет, у нас было что-то похоже на... Когда нас перевезли из пацанок в отель. А, вот в том, в Москве. Да. Ага. Ну да. Ну как? А! Нашла изъян. Это опасно. Это опасно. Это надо на ресепшн, я ей скажу. А как узнать пароль от... Так, что у нас здесь? Нахуй, сколько шкафов, если они пустые? Вот. Объясните мне кто-нибудь, нет? У нас прям проходной двор какой-то, я не знаю. У нас все дома, а у нас тоже... А? Ваш следующий, да. До свидания. Всего хороший год. Русские идут домой. Айдана, ты чуть-чуть перепутала. Да. Взрослые здесь, да? Да. Все. Ты хочешь туда? До свидания. Мне две дамы, да. Пойдем посмотрим, что у них там. Зачем вы в обуви тут ходите, блин? А у вас что, нет? Да тут уже заняли. Да. Я посмотреть даже не успела. Вообще плевать абсолютно. Где спать, с кем, как? Можно на подоконник? Как в Орел и Решке. Да. Ну, я считаю, нормально. За свои деньги. Знаешь, сколько это стоило? Нет? Нет. Мне кажется, дорого. Мне тоже кажется. А ты знаешь же цену? Не-не, я не знаю, честно. А ну, бухгалтерию открывай. Бухгалтерию. Ну, что это за фото? Все? Фу-фу-фу. Это я на фоне Казахстана. Плачу за тяги чистыми. Плачу тяги чистыми. Не, ну скажите, это очень крутой номер. Где будут? Билеты будут вот по ссылке ниже. На входе. А еще, да, их можно приобрести на входе. Я еще не ходила. Куда? Мы на улицу пойдем. Так я с вами, девочки. Ну, пошли. Пошли. Ну что, пойдем? Вы что, гоните? Это просто невероятный просто отель. Я не знаю, что за пентхаусы, блядь. Я не знаю, вот это... Машины у них? Посмотрите. Я такое в Таиланде только видела. Новое там, запечатано. В чех... Моя стоит, моя. Отель, собственно. Девочки. А Астана, Алматы, весь Казахстан, Россия, другие страны, если вы меня видите, езжайте сюда. Здесь, ну, реально невозможно. Я сейчас еще закажу себе Мерс с водителем и просто буду ехать вообще на полном фарше. Ты знаешь, сколько тысяч тенге это будет стоить? Может, миллиона, блядь, не знаю. И посмотрим. Там полиция, вот, это нас с мигалками привезли. Сопровождение. Там, да, там еще скорая где-то была. Эвакуатор, не знаю зачем, просто для мигалки, наверное, взяли. Короче, скорая тоже была, но отъехали, поняли, что травм нет. Копы еще стоят. Мы кушать сейчас поедем, ждут. Мы сейчас, пацаны, пару сек покурим и... Девки не хотят сниматься, но вы же знаете, мне же похуй. Именно поэтому вы смотрите мои влоги. Рони подарила носки за 9 тысяч тенге. Вообще супер классно.
Я не успела снять, но вы бы видели. Как они, блядь, им радовались. Это просто пиздец. Это, девочки, это просто пиздец какой-то. Сейчас. Смотри, это тебе. Спасибо. Это очень мило. Хотя я же его купить хотела. Ну, подожди, вот. Тебе дарю я. Я счастлива. У меня сегодня дорогие носки и футболка с лицом Криста. Это реально дорого? Носки? Ну, носки дорого. Да, это дорого. Нет, футболка недорого, но я ее хотела тебе купить. Ну, вот, а я дарю тебе. Тебе я тоже купить. Дарю. Крис. Пиздец, конечно. Вообще. Охуеть, блядь. Блин, вообще, как будто вышли из бутика, из ЦУМа. Вот, ты знаешь, мы все время, пока вели переговор, мы мечтали, да, мы говорили, у Криса надо купить. Да, мы думали, останется же в любом случае, чтобы нам купить. Да. Ой, короче, поэтому, девушки, блядь, айк-шоп, welcome, открыт, футбол. Ждут. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh no. And I'm giving them my all. I'm not the guy taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come on. The music died, but you don't see me standing here. Красотка! Вообще бомба была. Как подготовка? Полным ходом, бля. Сейчас этот... Друзья, мы готовимся. Готовимся к фанке. Все бегают, мы репетируем. Девчонки вот сидят, крутят. Стольки. Амина там вообще. Снимаешь меня, когда штаны чистые, я на постельном штанах. Ужас какой. Скажут потом, что я свинья. Ну ты же в чистых штанах. Да. Тебе важно, что про тебя скажут? Конечно. А, я думала побежать резко. На низком старт чесала. Блядь. Не забыл туда потом вернуться. Хочу с тобой вдвоем потратить нашу вечность. Услышу через 100 лет. Я люблю тебя. Наша светила не газ, летит на Марс и там остаться. В кармане бесконечные 100 баксов. И с инопланетянами набухаться. Хочу татуировку с места нашей встречи. Ты не забыл туда потом вернуться. Хочу с тобой вдвоем потратить нашу вечность. Услышать через 100 лет. Я люблю тебя. Ту-т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 у. All that I have is all that you've given me. Короче, друзья, мы жестко опаздываем на чек, но мы такие веселые, мы все отрепетировали, мы все составили, вообще мы невероятно рады, мы уже так хотим ворваться, это просто невероятно. Короче, это будет какая-то жесть, но она будет в хорошем смысле, естественно. มีหนังแดงและจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงและจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงПрорвались люди, прикиньте. Их выгоняют. Потому что еще не время, как они прошли. Я подготавливаю серьезно, чтобы вот
сценарий, пожалуйста, все по программе. Ты расписала? Да, все расписала, все учу, все как бы ответственно, на уровне, все как бы. Это вам, не знаете, не детский лепить, не детские шуточки, не пиздохахоньки, не смехуечки. Да? Это все серьезно, это уровень, это дорогой. Ага. Лиза в поиске пиздоболов. Почему? Потому что Кристина говорит, что она написала весь сценарий. Я этого не говорила, что-то фиксировала. Да, ты сказала, ты подготовилась ответственно. И листочек мне не мни там. Аккуратненько. Как доверие, да? Уже не разговариваешь. Ждешь, пока тебя не выстрелила. А нет, это оставим, оставим, прибережем на вечер. Шуточки пока наладим, как вот аккуратно, как чиновник. Мне нужны здесь. На совещании. Благодаря тебе, Амина, клянусь. Ой, тебе тоже, солнышко мое. Тюк. Амбассадор карты МИР. Карту только переверни, нельзя так носить. Слишком близко к сцене, вообще очень. Я сейчас вам все это покажу. Смотрите. Начали запускать людей. Там мы сидим и прячемся просто. Thank you.
смысле, чтобы вы понимали, у нас сейчас ребенок упал в обморок, потому что вообще очень много народу, люди толкаются, это очень страшно. Thank you.
Дети, они всегда требуют больше внимания, чем, да, 18+. Поэтому такой факт еще. Еще там у нас девочка упала в обморок, представляете? Она пыталась как-то раскидать людей, чтобы вот они как-то вот старались не толкаться, но это было очень сложно. Сейчас едем на ужин, нам поставили целый национальный стол. И сейчас мы будем пробовать национальную еду. Это Лискин, просто Лискина счастье. Она так хотела. Стол казахский, это, да, сказать. Казахский стол я хотела. Не, прикинь, да как вкусно будет. А! Доброе утро, родная.